Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1350. Тема «Разбор ответов Амвросия Юрасова». Вопрос 2.25. «Мои родные обвиняют меня в фанатизме», отвечает Амвросий Юрасов. «Фанатизм присущ не верующим, не православным, а атеистам. Почему?» Верующий в Бога человек понимает, что мир сам по себе не мог возникнуть. Фанатизм у атеистов. Как можно верить, что все создала неодушевленная, неразумная природа? Это слепая вера, самый настоящий фанатизм. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Фанатик от латинского. Первое. Человек, отличающийся исступленной религиозностью, крайней нетерпимостью к другим верованиям. Второе. Человек, страстно преданный какому-либо делу, необычайно приверженный какой-либо идее. Здесь отец Амвросий отвечает совершенно не по делу и вопреки смыслу, то есть совершенно неправильно. Слово же Божие призывает к абсолютному фанатизму всех христиан. Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Лука 14.26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Матфея 16:25. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Деяния 20.24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Филиппийцам 1.23. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Галатам 4.15. «Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Самыми высшими фанатиками были подвижники, пустынники, как Феодор Сикиот, Симеон Столпник, Даниил Столпник, мученик Эмилиан, святой Мардарий, Феодор Студит, Максим Исповедник. И нет более нетерпимой веры к другим верованиям, чем православие. Смотри все каноны соборов, запрещающие даже молиться с еретиками. Христиане объявили все религии мира бесовскими и пошли за это на арены Колизеев к зверям, не желая приносить их идолам жертвы. 1 Коринфянам 10:20. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Бог приемлет только фанатичную веру и фанатичную любовь, а все остальное приравнивает к блевотине. Марка 12:33. И любить его всем сердцем и всем умом, и всею душою и всею крепостью, и любить ближнего как самого себя, есть больше всех воссожжений и жертв. Откровение 3.15. «Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч.
О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Греческий язык подсказывает нам, что фанатик – это человек не просто преданный делу или идее, но преданный до самой смерти, готовый за нее умереть. У Бога только герои и ни одного труса, ни одного боязливого. Прокоаиль 3:11. Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Откровение 21:8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Евреям 10:38. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Архимандритам в России просто не уважает ни себя, ни своих слушателей. А тот, кто помогает ему набирать его легкомысленные ответы, тоже несет какую-то ответственность, ибо помогает распространять искажения Священного Писания. А быть может, он обнаружил, что он не фанатик, а просто патриархийный функционер, ждущий, когда его поставят епископом. Лицом к лицу при свете дня с врагом на бой сойтись отважный. О, это потешило меня, но биться с клеветой продажной, язвящей тайно за углом, не знаю, хуже я мучений, так под оптическим стеклом ты в капле влаги мир творений увидишь. И не знаешь ты, что яд их, чуть заметный глазу, отраву вносит и заразу в твой хлеб под кровом темноты. 1885 год. Нацен.